Еще не переехав на Кубань, мне уже приходилось слышать такие истории. Вот бабушка 90 лет упала с дерева, полезла обрезать ветки, упала, сломала шейку бедра, лежит в больнице. Ну, вообще-то вот сломать шейку бедра, слава богу, мне не доводилось. Но вот от знакомых слышал, что это очень такое серьезная травма и заживает долго. И, ну, вообще это сложно. Кому-то даже операции там делают. Какие-то вставляют искусственные эти, как, не суставы. Ну, суставы, да. А всего этого можно избежать. Просто многие люди, как по старинке, пользуются пилой обычной. Пилой, ну, или такими вот, как ножницы. А есть вот такие вот приспособления разных таких этих видов, и посложнее, и попроще. Я вот приобрел себе вот такой вот сучкорез. Надевается на палку разной длины. Я даже две палки сделал. Одну длинную, другую покороче, чтобы удобно для разных веток. Вот одной рукой мне неудобно показать, как он работает. Ну, понятно, вот тут веревочку тянешь, и он нагибается и режет. И вот такой вот он удобный. Тут все, как говорится, просто. Можно разобрать, подточить, подделать, где что нравится. Вот надо пользоваться современными средствами.